Как успехи? Отлично. Прекрасная погода, накатанная лыжня и, конечно, отличное настроение у спортсменов. Все важные составляющие для открытого первенства Ленинского округа по лыжным гонкам есть. И вот уже в 17-й раз эти состязания собирают немало участников. Может участвовать любой желающий от 4 лет и до бесконечности со всех поселений нашего округа. Но даже я посмотрела, есть гости из Домодедова приехали. И еще будет эстафета поселений. 5 поселений будут бороться за медали в рамках комплексной эстафеты Ленинского городского округа. Всего на лыжи стали почти 70 человек. Их разделили на несколько возрастных групп, каждая из которых должна была пройти свою дистанцию от 500 метров до 5 километров. Местом проведения соревнований стала, конечно же, березовая роща у стадиона «Металлург». Излюбленное нашими лыжниками место радует не только живописными видами, но и прекрасной зимней трассой. В активности залог успеха, уверена видновчанка Елена Пантелева. Помимо очевидной пользы для здоровья, лыжи – это еще и прекрасный способ всегда быть в хорошей форме. Отличная нагрузка. Нужно все комбинировать. И лыжи, и бег, и силовые нагрузки, плавание. Вот зимой мы перешли на лыжный спорт. Погода, свежий воздух, иммунитет. Все, мне пора. На старте сегодня и Константин Жиров, который участвует в лыжных гонках уже более 5 лет. За плечами немало побед, и с каждым годом, по словам спортсмена, его время только улучшается. Хотелось бы как можно ближе быть к победителям, а еще лучше победителями. Я думаю, ради этого все сюда приходят. И если состав взрослых участников более-менее постоянный, то детей год от года становится все больше. Лыжня открывает немало талантов. 10-летний Никита Сумский уже 3 года занимается в спортивной школе «Олимп». Так что подготовка очень серьезная. 3 раза в неделю. Во вторник, четверг и субботу. Там по 3 километра, по 4. По итогам соревнований победители и призеры получили грамоты и кубки. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.